уже на полную, да, сейчас силы экономить точно смысла не имеет, а решающие мгновения матча совсем скоро начнутся, а может быть сейчас они уже идут, поскольку команда мечты играть. Шалин, выход к воротам, гол, Шалин забрасывает шайбу и показывает пальцем возле губ, что требует он помолчать болельщиков «Нефтяника», которые сейчас получили такую оплеуху. А в меньшинстве контратака. Передача великолепная была в разрез между двумя игроками «Нефтяника». Проспали эту передачу игроки «Альметьевск». Там Надаршин был ближе всего к Шалину. Наверное, все-таки это его